Так, давайте поедем на багги. На багги давненько я не ездил. Ну, оп-оп-оп-оп-оп, перевернись. У меня здесь сундучки нужно собирать. Угу. Это нужно большего уровня собирать. Да. Вот, вон почему у меня багги так крутится. Я понял, почему у меня там стоит гаджет специально. А что я гаджеты забыл поменять? Ага, буду прыгать. Прыгать вверх и вниз. Главное не перевернуться. Так, 60 метров осталось до сундучка первого. Есть сундук первого уровня. Мы продолжаем движение. Видим. Нет. А, нет. Куда ты переворачиваешься? О, молодец. Назад перевернулся, видишь? Здесь надо смотреть за багги. Только так. И что у меня? Стоит вентиляторы. Который помогает не переворачиваться. Не знаю, делать мы эти пинки все или нет. Думаю, это опасно же, странно даже. А сейчас, смотри, сальто мы делаем. А, за сальто 10 копеек дают. 10 монет, то издевайтесь, что ж. Вау. Ну, смысл у меня эти сальто было. За 10 копеек. Так, ну, главное, у меня есть сундучок второго уровня. И то уже прекрасно. Так, заезжаем в пещеру. Едем в пещеру. Рот наш как не врезается, ну. Так, здесь такая мудреная пещера. Много очень выступов сверху. И если мы неправильно что-нибудь сделаем, мы разобьемся. Мы смотри, сальтушку придем. Так, а что у нас там по бензину? О, бензин закончился. Вот это вот я и боялся. Так, ну все, бензин взяли. Теперь можно аккуратно продолжать движение свое. Да. О, третьего уровня смотрит. Хорошо. Главное, чтобы дали мне за него видео посмотреть. Дополнительно мне. Нет. Следующий сундучок. О, это сундучок будет. А, бензинчик, канистрочка. Так. Аккуратненько. Сейчас доедем. Возьмем четвертого уровня сундучок. Там побольше мне дадут монеток. Ну, оп-оп-оп, главное под воду не прыгнуть. О, нормально. Все, четвертого уровня сундук. Это очень хорошо. Спускаемся вниз, под воду. Здесь забираем монетки. 8600 монет. Здесь тоже монетки заберем. Здесь нужно финтик сделать один. Да, сальтушечку сделали. Да, снеговик. Снеговик, делаем сальтушку. Да, за сальтушку очень мало денег дают. Что это за 10? Опа, начинаем обгонять. Начинаем все хрень. Пятый сундук. Сундук пятого уровня. По идее, в 5 раз больше должны давать им денег. Каких-нибудь запчастей, что-нибудь. Давай. Есть. Вообще, мне нравится. А, зачем я тут сальто делал? Еще последний. Хватит сальто что делать. Иначе далеко мы не увидим. Опачки, началось, ребята, здесь. Вот эти все привычные домики, которые мне очень мешают проехать. Вау, 6 уровня, вот это здорово, вот это багги молодец. Вот это мы тебя прокачали немножко. Вот, туда заехал я спокойно. О нет, 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 разбился. Ёлки-палки. Ну а мы поедем на раллийном автомобильчике, ребятушки. На очень-очень прокачанной раллийной тачке. Я думаю, сейчас немножечко легче должно быть там.
И у нас как раз двойные монетки. Так, на 4000 мы начинаем свой путь. 4000 монет у нас есть. И посмотрим, сколько к концу трассы мы проедем. Мы заработаем денег. А выгодно это двойные монеты или нет? Ой, ну я считаю, конечно, выгодно. То ли ты один раз ездишь, зарабатываешь, собираешь монетки, то ли ты зарабатываешь, ездишь два раза. Тратишь меньше времени в два раза. Но если ты, у тебя стремление, конечно, заработать монетки. Но здесь в игре деньги очень важны. Поэтому в основном ты играешь либо для удовольствия, либо для сбора денег, либо то и то. И для удовольствия, и для сбора денег. Нет. Немножко наехать. Монетки стараться забрать все. Ничего не оставлять здесь. О, хорошо. Давай. Оп, отлично. Тачка очень быстро едет, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Вот еще монет мы заработали уже. 5200. Ну да. Двойные монеты — это огонь. Ух ты. Что за ускоритель у меня? Что ты заработал-то? Я не знаю, как-то рандомно включается ускоритель. Или что-то как-то не знаю. Кто работает, кто нет. Ну вот, а у нас уже скоро 6000 монет будет. Ого, я еще стукнулся, ё-моё. Капот сломался. Движок задымился. Хороший был удар по двигателю, видимо. Ну, хороший, нехороший, но этот удар ему хватило, чтобы начал дымить. Здесь легкий спуск сделаем. Во, на ускорение пошла. Зачем ты мне сейчас ускоряться будешь? Ну, сейчас ускоряться не надо. Угу. 6500. С 4 начали. Мне удвоить надо. Значит, с 4 начали. Где-то 8000, чтобы собрать. Ну и полпути мы прошли. И уже 7000 монет у нас в кармане. Не, ребята, да, реально. Реально я не соврал. В кармане 7000 монет. Ах ты, магнитик. Слабенький. Не собирает ли все монетки. Опа, тихо. Чуть не этот самый перевернулся. Оп. Прыжок. Но 8000 монет. Ай-яй-яй, нет. К сожалению, мы разбились. Бывает. Сколько заработали монеток? 4000 монет. Круто. Так, ну что, прокачаем Monster Truck'у. Либо турбо. Либо сцепление. Давай турбо прокачаем, конечно. 7500. Пожалуйста. И мы едем. Так, с турбо. Ой, какая турбо, смотри. Фига, я там аж взлетаю на турбе. Ну, блин. Давай. Сейчас мы заедем на эту гору, надеюсь. Так, а, нам не на эту, нам на следующую. А, нет, смотри, в смысле, я залетел прям аж нормально. Крутящий момент помог. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, Monster Truck. Давай. А, ты, ё-моё. Ты чего? Не разбейся, смотри. Алло, ты куда полетел? Тихо. Давай, вперед. Еще немножко. Молодец. Есть. Ух, мне нужно этот сундучок взять. 100 метров всего еще осталось, сундучка. Давай, Monster Truck, давай. Молодец. Я тебя еще прокачаю. Так, лестница. Сундучок первого уровня. Там будет монетки, надеюсь. Не зря я ездил, зарабатывал эти монеты. Нормально-таки прокачаем.
500 звездочек уже. Ну, просто звездочек мы сейчас соберем. Так, подожди, давай назад. Монетки соберем. О, все, приколи. Более бензин рядышком стоит. Поэтому. Оп-о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 п. Как я так башкой-то не стукнулся, а? В таком гиганте ехать. Так, опять там попсили. О, сундучок второго уровня, круто. Тихо-тихо. Ё-моё. Ладно, поехали. И колеса больше, чем баги. Смотри, какая баги маленькая, да? По сравнению с Monster Truck'ом. Я не знаю, когда разработчики уже добавят какой-нибудь новый уровень, новую карту. Тысячу звезд. Тысяча звезд в кармане. Давай. Эй, да в смысле, подожди. Давай аккуратно едь. Ну все. Ну ты че начинаешь-то, а? Во, молодец. Ну, вообще некрасиво. Некрасиво себя поступает. Вообще некрасиво. Да, 700 монет все взорвали.